на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжуємо нашу програму «На всі 100 ранок». Хочу нагадати, що працюємо ми наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512. Сьогодні ми будемо розбирати дуже актуальну тему, тому що під час карантину, я гадаю, багато хто відкрив для себе таку штуку онлайн-покупки. Так? Наразі в інтернет-мережі можна придбати майже все, що завгодно. В принципі, там є абсолютно всі ті самі товари, які ви звикли купляти щодня у супермаркетах, та не тільки, в принципі, у супермаркетах, на ринках і тому подібне. Все це зараз можна знайти в інтернеті. Сьогодні до нашої студії завітав підприємець Віталій Бухан. Віталія, доброго ранку. Доброго ранку. Віталій вже далеко на перший рік займається онлайн-продажами товарів, тобто через мережу інтернет. Сьогодні ми, друзі, поговоримо про те, як безпечно купувати товари в інтернеті і не натрапити на шахраїв. Так само ми вам розкажемо, як можна обрати в інтернеті товар, так, тому що якщо ви вже робили це далеко на перший раз, то мали б змогу побачити, що варіантів насправді купа, як обрати якісний товар, сьогодні про це ми поговоримо. Отже, Віталія, почнемо, мабуть, з того, що чи варто взагалі купляти товар в інтернеті, так? Чи все ж таки, мабуть, краще перевіреним способом піти до супермаркету чи до ринку, обрати собі або, я не знаю, якийсь рідкісний соус, або ті самі джинси купити на ринку? На мій досвід, за останні 10 років інтернет-торгівля в Україні і по всьому світу все більше і більше обертів набирає. Якщо у світі онлайн-покупки роблять вже більше 70%, то в Україні цей відсоток в рази менше, але динаміка росту по рівнянні з іншими єврокраїнами – це дуже велика динаміка. Відносно покупки. Карантин показав, що коли всі магазини були закриті, інтернет-магазини працювали, тому що це безконтактна продажа. Це дуже економно, по-перше за все, тому що більшість магазинів, які орендують площі в центрі міста і так далі, в вартість товару вкладають і оренду, дорогу оренду приміщення. В інтернет-торгівлі цю оренду спростовують, тобто ви на цьому економите. По-друге, опалення і так далі, також комунальні послуги в вартість товару також входять. Плата продавця, мабуть, також. Плата продавця і так далі. Все це при інтернет-торгівлі економиться, і ви за це не сплачуєте вартість товару. Угу. Є така штука, багато кого відлякує в інтернет-покупках – шахраї. Насправді їх у нас в Україні немало. Я особисто декілька разів натрапляв і вскочив на, в принципі, немалі гроші. З вашого досвіду, наскільки великий шанс в інтернеті натрапити на шахраїв, коли купуєте той чи інший товар? Надо сначала розділяти по поводу покупок. То есть есть где вы покупаете. То есть это может быть либо торговые площадки, либо на сайтах. Надо начинать с момента того, как надо искать эти покупки и эти интернет-магазины. Мы сначала, я думаю, начнем с этого момента, а потом перейдем к моменту шахрайства. Когда вы покупаете что-нибудь, есть два способа. Первый, вы прямо в Гугле забиваете, там или в Яндексе. Ну, Яндекса у нас нету, поэтому монополист сейчас только Google. Забиваете поиск и находите в выдаче, выдаются там десятки карточек товара. Многие не понимают о том, что первые 4 карточки товара – это реклама. Вот на это следует обратить внимание, потому что некоторые сайты однодневки, так называемые, для того, чтобы попасть в топ выдачи, они проплачивают рекламу. Это там безконтактный договор с так называемым Google, то есть никаких там данных не предоставляешь. И Google особисто не проверяет, так что на этом сайте чи не проверяю, не проверяю в этом моменте. Получается, что шахраи, вот мы обратно сейчас уже подходим, могут делать сайты однодневки или дубликаты каких-то сайтов известных, за счет рекламы выходить в поиски 1, 2, 3, 4 место, туда переходит покупатель. И дальше уже происходит там шахрайская сделка. Второй момент – это так называемая органическая выдача. Это все остальные выдачи в поиске после 4 позиций. Вы, кстати, можете увидеть, что на рекламных подачах будет слово маленькими буквами «реклама». На мобильных приложениях это тоже будет видно. Вот большинство опытных покупателей на вот эти вот рекламные подачи вообще не заходят никогда. Вот, есть сейчас так называемый, это Google Shopping, это
показ товарных карточек. То есть вы видите не только название, но и картинку. Это тоже подача, но тут более Google себя защищает, потому что вы должны иметь свой сайт, он должен быть защищенный. На сайте должна быть обязательно платежная система. К этому мы сейчас дальше подойдем. Так вот, на мой взгляд, что сайты, которые выходят в органическую выдачу, процент шахрайства там почти на ноль сравнивается. Потому что, чтобы выйти в органику выдачи, надо потратить очень большие усилия, как временные, так и финансовые, то есть все это продвижение и так далее, и так прочее. Поэтому сайты, которые в топе находятся, я по статистике не знаю ни единого случая, чтобы они были с обманными действиями для покупателя. Якщо там немає позначки реклам, так? Якщо там немає позначки реклами, тому що ми, якщо там є злий умисел, ми створюємо сайт, на наступний день ми запускаємо рекламу, і ми вже одразу на першому, другому, третьому, четвертому місці. Тобто, я не говорю, что все, кто в рекламе находится, они злоумышленники, но таким способом можно вывести сайт на первое место. Соответственно, как бы с какими-то там действиями и так далее. Тобто, можно сказать, что если вы, например, вбиваете у пошуку там купить кроссовки Украина, можно смело заходить на эти первые сайты, которые на первой странице, так? Можно заходить как и на рекламные, но так и на те, которые ниже рекламы идут, то есть, естественно, называется органика, органические выдачи, потому что, чтобы зайти, чтобы попасть в органическую выдачу сайтом, надо там до полугода активной работы в интернет. И поверьте мне, мошенники не будут полгода тратить свое время, чтобы потрапить на первые выдачи. Поэтому мошенники – это двух-трехдневные сайты. Пока не насбирали скарги. Да. Дальше, на что надо обращать внимание. То есть, когда вы заходите на сайт, ну, это уже технические моменты, в поисковой строке есть так называемая HTTPS защита сайта. То есть, что это значит? Перед адресом сайта. Да, перед адресом. То есть, HTTP есть, и потом название сайта. Или HTTPS. S – это safe, безопасность. Это сертифицированные сайты, тоже уже от Гугла. Только на такие сайты могут устанавливаться платежные системы. То есть, если у вас не сертифицирован по безопасности сайт, то платежную систему, по которой в конце сделки происходит оплата, вы просто не поставите туда платежную систему. Мы подходим к следующему моменту, это платежным системам на сайтах. Безопасно ли делать покупки и как их делать? Там некоторые говорят, только наложенный платеж, то есть вот. Самая большая для нас, как для продавцов, это такая негативная реклама или там негативные новости всегда по телевизору, что вот только наложенным платежом покупайте. Я, если честно, тоже отношу себя до такой категории параноиков, так? Ну вот мы, как продавцы, к этому тоже не очень, негативно относимся, потому что когда покупаете вы товар, там стоимость его, например, 100-200 гривен, а товар, доставка стоит туда, там 40 назад, гривен 40, это 80 гривен, то и мы там на нем условно зарабатываем там 40-50 гривен, то есть 20-30%, то целесообразность экономическая у нас как у продавцов отсутствует. Поэтому к чему я это все веду? Что если на сайте установлены платежные системы банковские, то отсутствует опасность какая-либо вообще. В чем всегда вот 99% мошеннические действия? Это вы договариваетесь с продавцом, которого не видите, и он вам скидывает на Viber, там, или неважно, какими-то системами контактными, скидывает вам свою карточку и говорит, переведите туда деньги. Вот здесь вот могут быть присутствовать признаки мошенничества. И обратно таки, это не во всех случаях, потому что многие продавцы так как бы работают. Если на сайте установлена платежная система, там LeakPay, например, или там Portmoney и так далее, то есть это обратно такая, это банковский продукт, то есть это не магазин свой себе устанавливает, банковский продукт, где есть контактные данные покупателя, продавца, банк это все проводит через себя и так далее. То есть тут я не вижу никакой опасности для сделки. Тобто ризику тут зовсім немає. Риск может быть в каком моменте, что вы оплатили. Банк проводит это все официально. Продавец получает деньги и отправляет вам товар. Вот может быть риск в том, что вам придет не тот товар, не того размера и так далее. И потом может быть сложности с продавцом о том, что не вернет деньги, например, и так далее. В этом может быть сложности.
О том, что он вам вообще ничего не отправит, в этом я сомневаюсь, что могут быть сложности, потому что он официально получает деньги через систему и так далее. То есть так, чтобы он вообще ничего не отправил, я сомневаюсь в таком моменте. По поводу дальнейших вот выбора товара в системе интернет. То есть вот есть свои сайты, так называемые сайты интернет-магазинов, а есть так называемые площадки, где более безопасно покупать. Ну, на мой взгляд, более безопасно покупать это на торговых площадках. Ну, например, такие, как у нас общеизвестные, это либо Пром, либо там OLX даже. В свое время OLX считался как барахолкой, то есть там только БУ вещи продавали. Но уже последних лет, наверное, 5, многие интернет-магазины там покупают платные пакеты и продают как обычные онлайн-торговли. То есть у них новые товары. Там тобто без власного сайту, ну, але власний сайт теж може бути, але вони представлені на якійсь торгівельній, на торгівельному майданчику. Так? На сьогоднішній день, взагалі-то, опитні продавці і повинні диверсифіцировать свої канали продаж. Тобто, многі продавці, это, если они правильно ведут свой бизнес, они должны везде присутствовать. То есть свой сайт должен быть обязательно там на Prom.ua, на OLX, на Розетки и так далее. То есть я сейчас не рекламирую эти торговые марки, а их просто перечисляю, которые у нас вообще у всех на слуху, скажем так, в социальных сетях и так далее. То есть если вы не торгуете везде, значит вы теряете своих клиентов, потому что есть такие покупатели, которые любят покупать только где-то там. Условно говоря, то есть на какой-то одной торговой площадке. Звыкли, вони знають, вот они привыкли, да, как это работает и так далее. Безпечно. Поэтому они прямо заходят, это уже так называемая американская система интернет-покупок, где там например, в США уже давно никто в Гугле ничего не покупает и не ищет. Они заходят на определенные торговые площадки, там их мы не будем называть американские, да, но их все знают, там их 2-3. Вот, туда заходят и там непосредственно внутри ищут, то есть товарные площадки. Я думаю, что в Украине это через лет 5, наверное, мы тоже к этому придем, оно все к тому идет. Так вот, по поводу безопасности. На мой взгляд, что если вы уже все-таки выбрали покупку на этих торговых площадках, там более безопаснее покупать, потому что сама площадка, во-первых, страхует продавцов и покупателей от сделки. На Пром, я знаю, это 3000 гривен страховка так называемая. На OLX там тоже какая-то сумма есть, там 2 или 3 или 5 тысяч гривен. Дальше, сами же площадки для того, чтобы свой авторитет не терять, вот мошенники, они создают платежные системы внутренние для себя. На OLX это известная OLX-доставка, на Проме это вот последних несколько месяцев, это промоплата. А как это работает и чему это безопасно? Почему это безопасно, да, и как это работает? Во-первых, вы видите, Давайте на какую мы площадку обсудим? Я предлагаю Пром, потому что это именно... Я разница так между ними? Да, они отличаются немного. Например, давайте по... они суть одинаковая. Давайте мы, например, вот покупатель на Проме. Он выбирает товар, выбирает способ оплаты. Например, это промоплата будет. В конце концов, когда вы сделку осуществили, выбрали город доставки и так далее... вылетает так называемое поле для заполнения карточки товара, поле для заполнения своей банковской карты. Вот этот момент я тоже хотел бы отдельно обсудить, сейчас мы вернемся к... Так, багато хто боится залишати, так, дані свої карти. И в принципе, может быть и правильно. Для того, чтобы не бояться оставлять данные карты, есть такое решение элементарное, это создавать электронные карты для платежей в интернете. Может быть, знал ты там, Денис, или не знал. То есть это когда в банке, в приложении вы создаете виртуальную карту. Цифры, все то же самое есть, только этой карты физически не существует. Тобто фактично ее неможливо загубить, якось втратить. Вы ее не потеряете. И в чем тут прелесть, что когда вы делаете покупку, вы вносите данные этой виртуальной карты, а не своей основной карты. То есть это дублирующая как бы карта, там вторая степень и так далее. На этой карте вы делаете лимит, условно говоря, там, что интернет-покупки не более 1000 гривен или там 500 гривен с нее может делать. Вы сами устанавливаете в своем приложении, в телефоне. На этой карте у вас не должны быть там все суммы ваши, все сбережения, для того, чтобы потенциальные преступники, шахраи оттуда не забрали деньги. Вы с основной карты переводите туда, там, пусть у вас там какая-то сумма, там 300-500 гривен будет, маленькая сумма.
Перед покупкой вы знаете, что вы хотите купить что-то там, которое стоит 1500 гривен, у вас там только 500 есть. Вы с основной карты в два клика переводите туда деньги, это внутренняя операция, и у вас уже там нужная сумма. Далее вы забиваете реквизиты, когда вот вылетает уже поле для заполнения своей банковской карты, вот эту вот виртуальную интернет-карту для покупок в интернете. В этом случае ваша основная карта вообще нигде не светится, и злоумышленники никаким образом не воспользуются этой інформацією. А навіть якщо її скористуються, так, то там то це буде електронна карта, і там нічого не буде, і нічого не можна буде звідти. Там буде ліміт, це раз. Во-вторых, там не будет денег, то есть вы там не держите основную сумму ваших всех средств. Это очень важный момент, то есть многие люди даже, думаю, об этом не догадываются, что так нужно делать или так можно делать. Ну, тем паче в наш час отримати банківську карту – це процедура доволі проста, і це не вимагає ніяких там затрат часу великих і тому подібне. По поводу отзывов. Это очень интересная тема. Тому що я свого часу, зараз розкажу цікаву історію, шановні слухачі, натрапив на інтернет-магазин. Я людина така скрупульозна, я дуже ретельно обираю товар, дуже ретельно обираю продавців в інтернеті. Я знайшов сайт, почитав відгуки на різних платформах, почитав відгуки у соцмережах про цей сайт, тому що вимагали повну оплату товару і лише тоді відправляють. Ну, я думаю, раз є у них офіційний сайт, у них так багато відгуків у соцмережах, на різних сайтах спеціальних для відгуків. Ну, думаю, окей, скину гроші і вони відправлять мені товар. Після чого, звісно ж, цей продавець не вийшов зі мною на контакт, жоден товар він мені не відправляв, я писав скарги до поліції, але, на жаль, цю справу ніяк не вирішили. Як бути у такому випадку і як взагалі перевірити справжність, так, відгуків? По поводу відгуків. Очень така больна тема. Вот. Почему? Потому что, для кого нужны отзывы? В первую очередь это для покупателей и продавцов, а второе это для поисковых систем. Тоже они работают над этим. Поисковые системы, то есть когда на этот сайт часто упоминается в системе интернет, когда товар там на карточке товара тоже очень часто упоминается, соответственно сайт в органической выдаче тоже повышается на показах. На мой взгляд, это субъективное мое мнение. На отзывы не обращайте внимания, потому что многие магазины покупают, то есть есть специальные студии, есть специальные, там мы про боты даже не говорим, то есть, компании, которые за деньги делают эти отзывы. То так, есть... не помню, как точно это называется, но эту работу можно легко найти в интернете на таких платформах, как Work.ua, Работа.ua и тому подобное. Там есть такие пункты, где за невеличку плату... Очень небольшие деньги, допустим, вы даже за какую-то компанию оставить там 50 отзывов, допустим, это будет стоить там 50 гривен, типа такое. То есть цена вообще работы копеечная, вот. Поэтому, на мой взгляд, на отзывы как на позитивные, так и на негативные, не стоит обращать внимание. Потому что негативные отзывы это заказывают конкуренты какой-то ниши товаров, вот, которые, а позитивные заказывают сами компании. Если что касается, например, обратного там OLX или пром площадки торговые, тут немного все серьезнее, то есть тут нанять там бот или компанию, которая тебе про тебя напишет отзывы, тут уже все серьезнее, потому что если что касается там на торговой площадке, там есть так понятие подтвержденная сделка. Вот когда мы читаем отзывы о компании, если это просто человек оставил, вы поймете, тут надо специфику, чтобы человек, который покупал, эти знал нюансы. Он читает отзыв, вроде бы хороший или там плохой. Но когда сделка подтвержденная, что это значит? Это значит, эта сделка была не по телефону, а через кнопку «Купить», через корзину, через оплату человек получил. И в этом случае ему дается право оставить отзыв. Ага, что у тебя будет? Только вы в этом... В этом случае только будет надпись под отзывом «Сделка подтверждена торговой площадкой «Пром», например, конкретно». То есть это значит, что если вы не покупали, то вы отзыв в таком именно подтвержденной сделке оставить не можете. Это обеспечивает от ботов, так, от проплаченных отзывов. Да. То есть вот в этом случае это на эти отзывы однозначно стоит обращать внимание, потому что
ну, если человек не покупал, он не сможет оставить отзыв там, где будет написано, что отзыв подтвержденный торговой площадкой. Вот в чем момент хотел сказать. Поэтому обратно таки, на мой взгляд, обращать на сегодняшний день на отзывы, это просто вы потратите время, то есть либо с позитивной, либо с негативной точки зрения. А все ж таки так, трапляються випадки, коли люди натрапляють на шахраїв якраз на таких ось майданчиках торгівельних. Наскільки я знаю, шахраї доволі часто просять, наприклад, якщо йде переписка про товар, вони кажуть, скидують номер і пишіть сюди ось на Viber або там на Telegram, і ми там поспілкуємося, там нібито зручніше. Наскільки я розумію, це робиться для того, щоб адміністрація таких майданчиків торгівельних, наприклад, той самий Prom чи OLX, не змогли моніторити переписку. І вже якраз, коли ви переходите під час спілкування у месенджер саме, так, там адміністрація торгівельних майданчиків не несе відповідальності за продавця. Это и так, и не так. Значит, почему это делается? То есть вы судите с точки зрения покупателя. Вроде бы как это так. Я вам расскажу с точки зрения продавцов, почему так продавцы делают. На большинстве торговых площадках за продажу товара есть комиссия. Это либо, ну, обычно это от стоимости товара. Там какой-то там 5, 10, там 15-20%. Для того, чтобы недобросовестные продавцы, для того, чтобы не платить комиссию в этой торговой площадке, они просто, покупатель, который туда приходит, они его уводят оттуда на внешние ресурсы общения и потом оплаты. Вот, как бы, ну, на мой взгляд, основная это цель-задача, то есть, чтобы не платить комиссию. Вторая цель-задача, это вы правильно сказали, что для того, чтобы не отследить. Но, с другой стороны, скриншоты ж никто не обменял. Вот. Если происходит потом... Вот что делать, если происходят вот мошеннические действия вот на торговых площадках? Я, как вам уже говорил, что многие торговые площадки страхуют своих покупателей и продавцов. Ну, мы сейчас говорим про покупателей. На проме это 3000 гривен, или 3, или 5, уже я даже не помню сейчас. Если у вас произошел такой случай, что вас обманули, обратно-таки, делайте, пожалуйста, покупки через корзину всегда, потому что это есть, остается след как бы вашей сделки, не по телефону. Если вы оплатили деньги, вам не пришел товар, ну вдруг такое происходит, и не выходит на связь продавец, какие дальнейшие действия? То есть первым делом надо обратиться однозначно в полицию. То, что там некоторые этого не делают, потому что они думают, так кто там моей там тысячи гривен или там какой-то будет заниматься, это... То есть мы сейчас не говорим про о том, что будет какой-то результат. Мы говорим про алгоритм действий. То есть первым делом вы обращаетесь в полицию. Вас должны зафиксировать ваше заявление. У вас на руках это должно быть. Потом с этим заявлением вы обращаетесь на торговую площадку о том, что вы проплатили такой-то товар, вам не отправили этот товар, то есть мошеннические действия, вы обратились в полицию. И после этого торговая площадка вам выплачет полную сумму страховки, так называемую, то есть полную сумму товара. Это с усіма покупками так працює? Это со всеми покупками не в интернете, а на торговых площадках. Так. Вот, то есть все торговые площадки себя таким образом защищают от недобросовестных покупателей, продавцов. Угу. У нас залишається не так багато часу, так? Насправді 4 хвилини. Можна зробити якийсь такий... підсумок, так? Як безпечно купувати товар в інтернеті? Декілька порад для слухачів. Спочатку треба правильно вибирати сайт. Тобто, якщо ви ищете його в органічній видачі, тобто, це звичайне нахождення сайту за багато роки його трудної роботи і упорної роботи з клієнтами, він завжди буде вище знаходитися. Тобто, на першій сторінці пошуку, зазвичай? На першій сторінці пошуку, да, і, желательно, не там, где реклама будет, слово высвечиваться, а ниже, естественная выдача. То есть реклама у нас 4 позиции первых всегда идет, потом после них уже идет естественная выдача. Первое. Дальше. Желательно всегда позвонить, поговорить с продавцом. Для того, чтобы, во-первых, наличие товара, чтобы вы не оплатили в воздух, а потом вам будут все-таки возвращать деньги. Далее. Посмотреть на сайте HTTPS вверху. То есть S это безопасный там, да, адреса сайт. Адреса сайта, да. Есть это, значит, уже признаки безопасного сайта. Дальше на сайте должна быть платформа онлайн-оплат.
желательно через нее проводить, потому что это банковская плата. И, в принципе, сделка будет безопасна. Если вы на торговых площадках, так же самое, проводить через всегда корзину, вот, не идти на уговоры, давайте мы вам отдельно сделаем отдельную отправку, мы вам на это там 5-10% скидочки сделаем и так далее. То есть это как-то тоже настораживает. То есть через корзину всегда покупать, потому что это зафиксированный способ сделки происходит в интернете. И по поводу оплат, это системы безопасной оплаты через банковские карты, их можно делать. Вы что, например, когда на Укрзалізниці билеты покупаете, не боитесь же сделать оплату? Ну, это не бы там Укрзалізниця, так? Ну, а ну, могут быть обратно. Если мы переходим на так называемые, то есть могут сделать дубликат сайта. И так, на жаль, так было и с Приватбанком, насколько я помню. Рік чи півтора тому был такий випадок. То есть делаются дубликаты сайта и обратно. Эти сайты показываются в рекламе. То есть не, они не в естественной выдаче происходят, а в рекламе. Человек не обращает внимания, заходит на рекламку, заходит на дубликат сайта и дальше уже проводит эти все незаконные действия, под которые у них там забираются деньги. Вот. Поэтому покупайте безопасно. Если уж там все-таки боитесь, ну тогда уже наложенным платежом. Но обратно-таки все идет к тому, что многие магазины просто отказываются от этой услуги. Это. Да, потому что себестоимость наценки в интернет-торговлях, продажах очень небольшие. Що ж, шановні слухачі, сподіваюся, наша розмова була для вас корисною. Якщо до цього ви, як і я, в принципі, так, трошки параноїли і боялися купляти той чи інший товар в інтернеті, гадаю, тепер для вас все стало ясно, і ви зможете робити це безпечно. Віталія, дякуємо за розмову. Шановні слухачі, на цьому ми будемо завершувати нашу програму. Хочу нагадати, що ви слухали нас на хвилях Українського радіо у Миколаєві, 92.0 FM у Миколаєві, у Первомайську 105.9. Це була програма «На всі 100 ранок». Ще почуємось. 100% енергії ранку.